Немецкий автоконцерн BMW отзывает почти 400 тысяч автомобилей в США. Причиной стала серьезная неисправность в системе подушек безопасности, которая может привести к взрыву при их срабатывании, сообщает ABC News. Это опасно еще и тем, что острые осколки могут попасть в водителя или пассажиров транспортного средства. BMW утверждают, пока происшествий, связанных с выявленной технической неполадкой, не было, владельцам машин, попадающих под отзыв, отправят уведомительные письма, предложат бесплатно проверить и заменить модуль подушки безопасности в дилерских центрах.